3 минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. Наша телезрительница столкнулась со следующей ситуацией, о чем рассказывает в своем обращении. Бабушка завещала мне приватизированную квартиру. Я обратилась за оформлением наследства, но нотариус сказал, что я получу только долю наследства. Почему? Ответ на вопрос у эксперта программы нотариуса Гомельского нотариального округа Елены Харлановой. Елена Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вам слово. Оформление наследства на приватизированное жилое помещение имеет ряд своих особенностей. Так, для того, чтобы выдать свидетельство о праве на наследство на приватизированную квартиру либо жилой дом, нотариус сначала должен установить круг участников приватизации. Заключается соглашение об определении долей в приватизированной квартире. Заключается оно между всеми участниками приватизации и наследниками умершего участника приватизации. Доли в приватизированной квартире определяются, исходя из зачета жилищной квоты и внесенных денежных средств при заключении договора купли-продажи приватизируемого жилого помещения. Доля же супругов является равной, не глядя на то, что один из супругов вносил денежные средства при приватизации этой квартиры. Если же наследники либо участники приватизации не согласны с долей, исчисленной умершего участника приватизации, они могут обратиться в суд для установления этой доли. И вот только тогда, когда будет определена наследственная доля умершего участника приватизации, нотариус выдаст наследство на эту долю. И хочется акцентировать внимание наших телезрителей на том, что если вдруг вы решили оставить распоряжение на случай своей смерти на приватизированную квартиру либо жилой дом, то помните, что завещаете вы лишь ту часть, которая принадлежит вам на праве собственности, исходя из зачтенной вашей жилищной квоты и внесенных денежных средств. А это не всегда является целая квартира либо целый жилой дом. Спасибо, Елена Григорьевна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.